Ульяновцу Павлу Кувшинову уже 80. Он – корифей ульяновского спорта. В далеком 56-м, еще студентом, он участвовал в самой первой легкоатлетической эстафете Свияжского района. Ну, я всю жизнь занимался физкультурой, бегал, это как радость, подъем. Это было в честь Владимира Ильича Ленина. Для нас в то время это был святой человек. Мы же все были комсомольцами. Сегодня Кувшинов – пенсионер и почетный гость традиционной эстафеты, которая прошла в Засвияжском районе уже в 62-й раз. Она объединила сотню ульяновцев от мала до велика. Первыми в борьбу за медали вступают воспитанники детских садов. Дистанция минимальна, зато эмоции и жажда победы неподдельны. Я сегодня бегаю в эстафете первый раз. Мы тренировались, и мы хотим победить. Олимпийские все рекорды всегда начинаются вот с таких массовых объединяющих мероприятий, которые собирают сотни, тысячи, десятки тысяч человек. И вот 62-я эстафета Засвияжского района и в целом города Ульяновск как раз такая площадка. Всех участников Засвияжской эстафеты делят на два забега. Количество этапов в этом году увеличили с 18 до 23, а общую дистанцию с 7 до 8 километров. Все изменения имеют только одну причину – максимально приблизить условия к областной эстафете, которая состоится в регионе через неделю. Ну, кроме шоу, здесь ведь и реальная спортивная составляющая. Борьба-то не шуточная. Школам очень престижно получить приз на эстафете, будь то районная, а тем более, что будут какие страсти кипеть на областной. Поэтому это здорово, что такие мероприятия проводятся, и власти всех уровней их поддерживают. Правда, особой борьбы в забеге среди школьников не получилось. Сборная 82-й школы захватила лидерство с первых метров дистанции и лидировала до самого финиша. В итоге ее отрыв от ближайшего преследователя составил больше 100 метров. Ну, это шикарно, когда твоя школа выигрывает. Это гордость. И мы одержим победу еще раз. И это классное ощущение. В других зачетных группах 62-й эстафеты в Засвияжье победу праздновали студенты физкультурного техникума и коллектив Ульяновского механического завода. С большой долей вероятности именно эти команды поспорят за главные награды областной эстафеты, которая пройдет 29 апреля. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.